Так, Фун Фурье, 260 рублей, спасибо большое за донат. Реакция на женщин, реагирующих Смотри на новые переводы металл. Раньше всех на нашем Патреоне. Здорово, я Стиви Ти. И оказалось, что в этих ваших интернетах есть видео, где девушки реагируют на метал-музыку. И мне это супер интересно, потому что я люблю металл, я люблю женщин, и я люблю ананасы. Это видео мне прислал Адам. Это все. Просто Адам. Так что, если вдруг встретите Адама на улице, поблагодарите его от меня. Ладно. А сейчас посмотрим. Женщины реагируют на металл. Я не знаю, типа, и тут и озвучка, и как вот все в комплексе, типа, да, такое. Надоело слушать мои адаптированные шутки. Хочешь пересесть с иглы Сталингуса на оригинальные каналы Джареда и Стиви? Тогда подписывайся на канал. Типа, английский ла-ла-ла там. Понятно. Прикольно, да. Ой, извините, на экстремальную метал-музыку. Я предпочитаю Джона Мейера. Может быть, Бертуз. Да. Parkway Drive. Да. Так нормальное музло она слушает, типа. Вот это и еще несколько других групп. Круто. Тейлор Свифт. Что-нибудь еще? Я слушаю много Тейлор Свифт. Серьезно? Пиздец. Серьезно? И так поставили их рядом. Все, что ты слушаешь, это Тейлор Свифт? Это... Все, что ты слушаешь? В мире полно всякой такой штуки, которую можно слушать. И все, что ты слушаешь, это Тейлор Свифт только. Да, пиздец. Мне уже не терпится увидеть ее реакцию на металл. Я думаю, ничем хорошим это не закончится. Ну да. Извините, мне просто нужно немного... Да, хрючево не привезут, отменили заказ, вернули бабки. Ну, подготовиться. Дрочивери. Принц. Стив Рейвон. Инкубус. Мне реально нравится Джон. Да, они слушают, это неинтересно. Они все слушают более-менее нормальное музло. То есть такое, типа, девчачий ракешник в основном. Типа там, потому что Parkway Drive, это как бы Бертуф, типа, это прям такое уже. Это уже неплохо весьма. То есть они нормально отнесутся по-любому. Потому что Бертуф, это типа... такое. Такой кока-кор, но все равно... Типа, блядь, с... Такой прикольный. Мейер. Инкубус, да, это все ракешник, типа такой. Понятно, бабский достаточно, но все равно. Не Мейри. Стиви Рейвон, тем более, кстати, да. Это Ариана Гранди. Мне нравится Джастин Бибер. Да. А еще мне нравится Джон Мейер. Он такой пипец горячий. Да. Еще должен быть какой-нибудь там. Что еще есть, типа, вот такое, прям вот, ну. Блять, ладно. А понимаете, что самое смешное, что бабища условно слушает, типа, вот все вот это, там какой-нибудь что-то... А кто какой-то... Ну, этот, блядь, сука, забыл. Забыл. Был какой-то... Блядь, не помню, пиздец. Ну, короче, слушает всю вот эту хуйню и считает, что, типа, вот она, как бы... Ну, не слушает модный рэп весь этот... Моргенштернов, то есть она как бы духовно богата, слушая Тейлор Свифт. Этим девчонкам металл не понравится. Это точно. Прямо вот так сразу, погнали. Так, Dillinger Escape Plan... А, ну да, да, такие. Ты же вообще ничего не вдупляешь, да? Это чересчур. Dillinger Escape Plan, да, это пиздец, такая лютая математика. Но я не знаю, я не уверен, что это именно то, что... Максимально прикольно было бы им поставить. Это типа как будто стреляешь себе в уши. А что слушала та, которая... Кучерявая? Я так и не понял, что-то проебался. Dillinger Escape Plan. Заставляет девчонок плакать с 96-го года. Прям как я. Знаете, я хотела в туалет до этого. Но сейчас мне определенно нужно сходить в туалет. Ну, вы сами все слышали, ребят. Метал заставляет девушек хотеть в туалет. Вот почему вы никогда не видите девушек на металлических концертах. Как только шоу начинается, они уже хотят писать. Почему писать-то сразу? Вообще-то он крепко дает им просраться. Ну, не надо пописать. Это железное доказательство того, что Nickelback — это не металл. Вот как выглядит публика на концерте Nickelback. Ну, вообще-то да. Тут довольно много эстрогена. Если бы Nickelback были металлом... Спасибо, радиограф. Http://// // 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
то зал был бы уже пустой, потому что они бы уже все ушли в уборную, окей? Так что вот вам весьма убедительное... Ну, типа, собственно, да, народ, чтобы вы понимали, Никельбэк, это не я придумал даже считать. То есть я их считал говном, не зная об этом, но потом я был просто очень рад тому, что оказалось, что... Типа все нормальные пацаны, короче, там на Западе считают Никельбэк просто редкостной хуйней, троллят их, блядь, бесконечности, бутся над ними и так далее. То есть это как бы... Доказательство. Звучит так, будто ты сошел с ума. Ну, скажем так, все музыканты, конечно, я думаю, прежде всего. Именно сами музыканты больше всего вот не любят Никельбэк. Есть. Я почему-то плачу и смеюсь одновременно. Я сменюсь, ладно, я сменюсь. Так, блин, чувак так переозвучил, баб этих смешно. Странная реакция на металл. Look at this gay. Тут много всего происходит. Look at this faggot. Да. Звучит как что-то, что я бы послушал. Металлика. Да металлика относительно разве подстав. Металлика экстремальный металл? Это не страшно, могло быть хуже. Ну вообще-то да. Любительница да. Тейлор Суифт все еще не вдупляет. Как можно не трясти башкой под это? Любительница Тейлор Суифт, у тебя нет души! Ей нужно в жизни больше металла, чтобы она была такой... А что вообще, что у Тейлор Суифт вообще, что она делает? Что-то какую-то такую поебень, да, по-моему? Что вообще у нее? А, это... Что-то такое, да, по-моему? Вот эту хуйню. Ну ладно. Вы же нормальные, как я или вы? Это было бы очень круто увидеть вживую. Ну вот. Да, да она что-то нормальное слушает, они все это выкупят, не то. Там Master of Pampers хотя бы им надо было поставить, потому что это просто такой... Такой нормальный трекан, то есть он, ну, не супер какой-то даже, я бы сказал, непонятный. Вот. А, кавер с козой, да-да-да-да-да-да-да. Итак, на самом деле, типа, Никельбэк, ну, скажем так, так, если честно, откровенно, у них вот самые популярные песни, прям редкостная хуйня, но, и, как бы, они настолько себя зашкварили этими песнями, что даже у них есть что-то норм, но, блядь, уже невозможно это воспринимать всерьез. Тейлор Суифт. А здесь будут слова? Или... А, вот они. Погодите. Вот что значит современное радио сделало с людьми. Они не могут вытерпеть 20 секунд песни, если там нет текста. Какие 20? Одну секунду. Чё, я вообще... Ребят, я абсолютно твердо убежден, что надо... Ну, в современной музыке надо, чтобы текст начинался вообще... Вот... Ты еще только подносишь на кнопку play и пытаешься нажать сразу сходу. Типа никаких вступлений, никакой вот этой хуйни. Сразу, блядь, голос должен начаться. Ну, может, не текст, но голос сразу должен быть. Куда катится мир? Я, блядский цирк, поэтому начал сразу со слов. Ну и, собственно, там комментарии милые практически тоже сразу начинаются. То есть вступление, боюсь, что это, да, уже все, прошлый век. А здесь будут слова, 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 слова. Вот здесь будет слова, да-да-да-да-да. А чё, петь что ли никто не будет? Красава. Да, это круто. Это Металлика. Нет, это Металлика! Мне кажется, все знают эту песню. Ты слышала эту песню раньше? Нет. Нет, не слышала. Чё? Не, не слышала. Да я думал, все её знают. О, нет. Ну да-да-да. Это Cannibal Corpse. Бедные девочки. Этот голос звучит так. Звучит так, будто его тошнит. А я должна понимать, что он поет? Должен ли я понимать твои музыкальные вкусы? А это человек? О, май гад! Звучит как какая-то скотобойня. Где мясник сошел с ума? Смотрите, когда впервые угощаешь человека пирожком с металлом, надо давать им входные группы. Нельзя просто брать и бросать их в пит под Cannibal Corpse. Они больше не будут прежними. Им понадобятся наркотики. Мне кажется, я теряю мозговые клетки. Нельзя потерять мозговые клетки из-за металла.
Это лицо говорит нам обо всем. Ну что, Тейлор Свифт, а что скажешь об этом тексте, а? Это ужасно. Это было как просмотр какого-то ужастика. Какое-то демонское. 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 Это видео выглядит так, будто в него вложили какую-то идею. Эта песня слишком попсовая, чтобы ее считали металлом, но... Похер. Да. Я не ожидала увидеть там женщину. Круто. Я тебе знаешь, что скажу? В метал-музыке дофига женщин. Я их считал. Их... Две. Да, они, во-первых, все на вокале почти всегда. Было штук семь. Да-да-да-да-да. Это хорошая песня. Сама ты хорошая. Видео прекрасное. Сама ты прекрасна. Что? Я бы... Всю послушала. Это круто. Мне бы не понадобилось упороваться наркотой, чтобы получить удовольствие на таком концерте, понимаете? Справедливо. О, нет. Фанатка Тейлор Свифт. Настало время Аббата. Чё фанатка Тейлор Свифт про Найтвиш сказала-то? То есть это вообще уже потерянный вариант, или... Это просто ужасно, это бедное... Ну тут же просто невозможно понять слова. Просто невозможно понять тебя! Ну да-да-да. Не могу перестать смотреть. Я типа... Это уже немного слишком. Никакой блокухи? Окей, мне уже страшно. О, нет! Нет, нет! У них же на всю жизнь останется травма. Эти девчонки слушают металл впервые в своих жизнях, и вы включаете им инфант-аннигилятор. Нельзя так делать! Я уже не могу дождаться их реакции на это. Окей, мне уже страх. Ну, блять, во-первых, как это слушают металл, ну, типа, именно экстремальный металл? То есть, Бертуф тоже по какому, ну, типа, можно засчитать, мне кажется. Это же тоже какой-то там металкор, типа, альтернативный металл. То есть, типа, что? Ну... Песня называется «Обезглавленная измена». Короче, они металлический металл слушают впервые. О! Пошлятина! А, это это! Лесу? Что происходит? Всё, я вспомнил. Обычные метальные дела. Да, что да, не да. так? Обычные товарищеские отношения внутри группы. Ее реакция бесценна. Как и ее. Так ты выглядишь, когда из тебя вытягивают душу. Это же легендарная хуйня. Эту девчонку изнутри щекочет металлом. Отвратительно. Отвратительно тупо. Ну что скажешь? Ой, бля. О, нет, только Nissan. Или Сан-О. Интересно, как они отреагируют, когда ничего не произойдет за эту 10-минутную песню? Да, вот так правильно. И это все? Типа... Оу, ну извини, что Сан-О не такой креативный, как твоя Тейлор Свифт. Ну да, 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 да. Что за хрень? Я это еще никогда не слышал. Это что? Это реально кто-то слушает? Ну, теперь я. Я реально надеюсь, что они и правда записали 1000 хлопающих жоп. Да, они просто записали публику Nickelback, на самом деле. Ой, это было грубо. Хорош. Я еще никогда не видел эту песню. Вот это сейчас? Это идеальное подытоживание всего этого видео. Как девушка реагирует на металл? Помоги. Ну да. Ну, вот оно, ребят. Вот как девушки реагируют на металл. Очевидно, нужно признать, что не все девушки реагируют на металл вот так. Некоторым он нравится. Если вы хотите посмотреть оригинал видео без трапом моих раздражающих комментариев, я оставлю ссылку в описании для вас. Так что подпишитесь и дерните колокольчик. Увидимся в следующем видео. Отлично, еще одна песня. Это Тейлор Свифт? Нет, к сожалению. Но... Ладно, тебе надо расслабиться. О боже мой. Ну вообще, конечно, да, то есть как бы, если ты вдруг за каким-то хером решил вовлечь в металл новых адептов, то надо начинать с чего-то попроще.
Прикольно, спасибо большое, штатский, за донат.